46-й год, я в 46-м году родилась. Голод. У мамы от голода пропало молоко. А поскольку отец был военный, и он получал паёк. И они, в общем, пока жили в Проскурове, то они не голодали. А в июне месяце, в общем, незадолго до моего рождения, что я в конце июня родилась, а в середине июня они это значит. А в Харькове голод. И на офицерских харчах я самая крупная в роддоме была. Там на меня все бегали смотреть. 3900 для того времени, для 46-го года, когда там вот такие вот были. А тут такое вот. Оно хочет кушать, оно орёт. Оно требует свою порцию. А мама от голода молоко пропало. Ну и как, что-то надо было делать. Продуктов ничего нельзя было. Но там тоже очень интересная история нашей семьи. Откуда у нас под Харьковом были родственники с коровкой. До 46-го года иметь коровку — это было большое событие. Харьковщина очень сильно во время войны пострадала. Ну, вы знаете, она переходила несколько раз там туда-сюда, некоторые населенные пункты по 3-4 раза. Вот. И там еще, когда я потом туда на этюды уже ездила, то там были целые поляны, на которых не росла трава, потому что они были усыпаны слоем ржавых этих вот гильз. Ну, а у этих наших родственников была коровка, за то, что это наша родственница, она, когда освободили Харьковщину, то ее из колхоза направили, ну, ее не одно, их 3 человека было, их отправили в Башкирию, 13 стада. Вот они полгода из Башкирии, посмотрите по карте, где Башкирия, где Харьковщина, да? Полгода они гнали этих коровок, и не то, что не потеряли ни одной коровки. А еще по дороге там у них эти телята происходили, вот. Ну и за это ей награду дали коровку. Вот эта коровка меня спасла. И у нас есть фотография этой коровки. Есть фотография, мама на пороге. Это, ну, папочка нас отвез туда, в эту клеменку благословенную. И у нас есть фотография, папа сидит на пороге вот этой вот хаты. Мама стоит со мной полуторамесячной, держит меня так на руках. А тут у нее на сарафанчике букетик цветов. Ну так и думаю, от той коровки. Вот та коровка, наверное, она в ней что-то такое вложила. Вот любовь и благодарность к селу, я его обожаю. И когда меня заставляли писать портреты передовиков, это была обязательная программа. Ой, а я ездила по селам. Ну, как ездила? Ходила, пешки. Писала бабушек. А мне в тык делали за это, за безвинность. Чего бабушка? Ну, ладно. Вот. Ну, вот задуматься меня заставил Толя. Поэтому безумно рада его видеть на выставке. Он так сыграл свою роль на этом. Сам того не знаю, но сыграл. Я в многих вещах стала задумываться, и до многих вещей стала докапываться, и кое-что стала понимать. Спасибо. Спасибо всем, кто встречается на нашем жизненном пути, каждый человек нам что-то дает. Даже если кто-то нам даст по шее, ну это учит нас быть жизнестойкими, да? Ну, мы, конечно, говорим спасибо Светлане Крижевской, которая предоставила свои работы на выставку. И выставка эта очень украсила экспозицию нашего музея. Спасибо.